Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Виталий Малышев признался, что он до безумия влюблен в Алису Литинскую. Он ждет ее возвращения с острова любви, и ребята даже подумывают о том, чтобы уйти вместе с проекта. К Маше Кахно проявляют симпатию сразу два новеньких участника. Это Дмитрий Савастьян и Андрей Денисов. Но у ребят нет никаких шансов. Дима Маше неприятен. Андрей Маше симпатичен, но он для нее слишком молод, ему всего 21 год. Дима Талыбов проявляет интерес к Александре Шевченко. Он даже поинтересовался у Алексея Чайчица, можно ли ему принять эстафету от него. В сети появились слухи от хорошего знакомого Саши. Он рассказал, чем занималась девушка до прихода на проект. У нее очень длинный послужной список, от танцев на шесте и до занятий древнейшей профессией. Свою дочь Ариану она не стала воспитывать, оставила на маму. И на самом деле она не из Краснодара, а из города Орска, Оренбургской области. Юлия Ефременкова и Сергей Кучеров провели выходной за периметром. Девушка пишет, что она выкладывается в полную силу на проекте и на конкурсе в частности, тратит много энергии, поэтому отдых им крайне необходим. Алексей Чайчиц признался, что ему стыдно за ту самую историю с Сашей Шевченко. «Мне стыдно перед собой», – пишет он, – «Саша симпатичная, но этого мало для того, чтобы строить отношения с ней». В сети появилось фото Саши Гозиас. Как оказалось, она одевается, как и многие ее бывшие коллеги по проекту, на обычном вещевом рынке. Татьяна Владимировна Африкантова прокомментировала отношения дочери с Ромой Капаклы. Она не верит в ее пару с 18-летним ребенком. На вопрос, зачем Марине нужен Рома, она ответила: «Но вы сами подумайте, все по комнатам сексом занимаются. А Марине что, морковку себе совать и слушать, как другие охают и ахают? Все правильно Марина делает». И Марина, оказывается, стала выпивать, потому что переживает, что Рома стесняется обнимать ее на камеру. Он стесняется ее возраста и хочет показать девчонкам, что свободен. В недавнем эфире девушки на острове обсуждали, у кого же из парней самый большой половой орган. Такие пикантные разговоры уже никого не удивляют. И самым главным героем-любовником Сейшел оказался Виталий Малышев. Мама Ольги Рапунцель спешно вылетает в Москву после того, как она узнала о поведении Димы Дмитренко. Ольга рассказала, что у них появилось очень много проблем и недопонимания. Дима часто лежит в кровати, не хочет искать работу. Также он стал выпивать. У него случаются приступы гнева, во время которых он бьет по стенам, орет матом, и беременность Ольги его не останавливает. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.